КПРФ за то, чтобы увеличить финансовую поддержку аграриев, заявили на брифинге пленуме Ресткома партии. При засухе помощь нужна прежде всего мелким и средним хозяйствам. Коммунисты говорят, в последние годы поголовье крупно-рогатого скота сократилось. Продукцию продавать трудно, особенно после вступления в ВТО. Подготовили несколько законопроектов и программ. Новичкам вручили партбилеты. Развитие сельхозтоваропроизводства является краеугольным камнем программы КПРФ. И мы в том числе каждый год, Компартия Российской Федерации, в том числе и мы, на это обращаем внимание. Развитие машинного парка, племенного хозяйства, обеспечение семенами, удобрениями и так далее.